Во-первых, это удача, ребят, я вас поздравляю. Это действительно удача. Фильм целостный, фильм законченный. Он действительно очень логичный. Все построено интересно, здорово, ярко, с юмором. Здорово. И для меня, как для обывателя, этот фильм в первую очередь стал учебником по событиям на Болотной в этом году. И вообще по событиям вот этой оппозиционной, этого оппозиционного всплеска, который произошел в связи с выборами. У нас столько сейчас интересного. Он Цаковский лес, где Леха съел тушенку. И Астрахань была, и так жалко, что дальше не пошло. То есть вот, а дальше, Марина, дальше было еще лучше. Вы не соблазнились никак принять участие в чем бы то ни было и позволили героям своим раскрыться. Мне очень понравилось все, что делают люди, и каждый в отдельности, в вашем кадре. Вы все это чувствовали, наверное. Вы, безусловно, все это испытывали на себе, но вы остались документалистами. Открылось очень сильно, открылось иррациональное во всей этой истории. Вот это для меня потрясающая вещь, потому что иррациональное не признают ни та сторона, ни это. Ни путинцы, ни оппозиционеры. Весь фильм «Смеешься», он очень веселый и очень страшный. И вот эта качеля, такой контраст огромный между черным и белым, между белой лентой и черным Путиным. И вот это очень сильный сгусток энергии. Я сам был на всех этих событиях, почти на всех. Вот все чувства, которые я испытывал, у меня и дрожь пробегает по коже, и смех, и какое-то дикое падение вот на дно отчаяния. Я все эти пережил, вот смотря фильм, и я страшно рад за вас, и прошу вас не останавливаться. Я надеюсь, что это кино, оно будет заражать, мы ставим вот этой энергетикой, вот, ну, вот этого активизма, потому что это здорово. Все мы варились вот в этом, во всем, все эти месяцы, и ну, немногие просто это знают, многие это видят как-то внутри, в принципе, интересно изнутри. Поэтому это тоже определенный учебник, это определенная тоже, ну не знаю, там, батарейка, к которой могут все потом подключаться, просматривать этот фильм.